Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! С вами Геннадий Бабак. И если вас интересует, чтобы ваши деньги работали на вас, сегодня я расскажу об одной из программ пассивного дохода, в которой я инвестирую последнее время. Программа называется BitConnect. И начнем с того, что это даст вам априори, изначально. Здесь вот есть у нее такой калькулятор, называется BitConnect Volatility Software. Ну, в основе это программа лендинга, собственно. В основе лежит специализированный программный софт, который, собственно, занимается трейдингом, да, то есть получаются определенные проценты. Этот процент не фиксирован, не гарантирован, и это хорошо. Вот вы видите за последние несколько дней, какие были проценты, да, 1.5%, 0.55, 11.46. Но вот если мы возьмем за период последние 6 месяцев, в среднем 0.94 получало. За период 30 дней последних в среднем 0.87%. За последних 7 дней 0.95 уже получился. Итак, если мы возьмем вот этот процент, который в среднем робот набивает за, 0, за 6 месяцев, да, в среднем 0.94% в день, и возьмем, например, скромную сумму $100 в день, пересчитаем на 299 дней, вот наш результат, возврат на инвестицию 281%, $381 у нас в результате получится на выходе. Но этого было бы мало. Я даже ради этого бы не входил в программу. Но самое интересное, что в программе присутствуют такие вещи, как реинвестиция. И причем вы можете реинвестировать буквально начиная с $10 прибыли. И дальше. С учетом того, что такие крупные проценты получаются там, за 300 дней даже на... стартовую инвестицию, представьте себе, что будет с реинвестициями. Сейчас я покажу, как это все работает. Итак, давайте рассмотрим личный кабинет программы BitConnect. Но сначала, конечно же, как обычно, я хочу сделать предупреждение. Ребят, никогда не рискуйте суммами, которые вы не готовы потерять, чтобы не быть похожим на вот этого ребенка. Программа BitConnect работает с 2016 года, имеет свою собственную криптовалюту, собственно, так и называется BCC, BitConnect. Ну вот она здесь котируется в первой двадцатке лучших, самых востребованных криптовалют мира. Вот она, BitConnect. Вы видите, $400 стоит на данный момент. Это дороже даже, чем Monero и такие классные валюты, как тот же Litecoin. То есть монета востребована. Вот так выглядит ее ситуация на данный момент. Вот 403 бакса она стоит. У нее есть свой майнинг. У них есть также возможность лендингом заниматься. Ну и так далее. Огромное количество всяких нюансов. Возможности. В любом случае я просто это все показываю, чтобы вы понимали, насколько эта компания серьезна и насколько это не то же самое, что хайп. То есть мощнейшие порталы информационные. Огромное количество здесь у них уже представительств по всему миру. Больше года фактически компания серьезно работает. В общем, пока могу только плюсы сказать. Кстати, вот это roadmap, календарь их событий, которые они планируют на 2018 год. Ну, в общем, ребят, здесь все серьезно и надолго. И тем не менее, никогда не рискуйте суммами, которые вы не готовы потерять. Не надо продавать последние штаны и вкладывать сюда деньги. Я вообще работаю по принципу, я начинаю с небольшой суммы, там от $100, потом инвестирую до $500, потом занимаюсь реинвестированием. И вот смотрите, как это происходит в режиме реального времени. Вот мой счет, например. Я покажу вам, как начисляются проценты. Я нажимаю Lending Wallet. И вот вся раскладка по моим инвестициям, что я заработал за это время и так далее. Смотрите. Вот первая инвестиция, как начисляются проценты. Прежде всего, вот я инвестировал, например, $100, и идет начисление. Видите, amount $100, и пошло 0.97, какой-то день 0.19 был, $39, процент 39, процент 48 и так далее. Дальше я добавил еще $400, вот эта цифра, видите, и все зашевелилось. Вот видите, если здесь были такие небольшие прибыли, то тут уже пошло $6, $2, $1.5 и так далее. Это уже на
идет начисление на все мои инвестиции, на 100 долларов, на 400, на 100. Дальше у меня заработалась там прибыль, вот я ее реинвестировал, 60 баксов, видите. И дальше мы видим каждый день, что инвестиции также идут начисления того же процента, вот на 400, вот на 100, вот на 60 и так далее. Сегодня накопилось там 10 баксов, я их тоже реинвестировал. То есть можно это не делать так часто, но здесь минимальная сумма для реинвестирования – это 10 долларов. То есть можете накопить, например, до 100 долларов, потом реинвестировать. Накапливается ваша прибыль вот здесь, то есть вот этот кусок, который остался от сегодняшней реинвестиции, потому что было больше, чем 10, да, там у меня накопилось. Соответственно, вот он у меня здесь. Завтра будет уже, соответственно, здесь явно больше 10 долларов. Я их реинвестирую, и на все это постоянно начисляется процент. Есть у них также своя внутренняя биржа BCC Exchange, где можно реально посмотреть, что происходит с валютой, купить ее, продать ее и так далее. То есть сам принцип такой. Вы в программу зачисляете биткоины, потом меняете эти биткоины на бирже внутри программы на BitConnect валюту BCC. После этого вы переходите в кошелек для лендинга, и лендинг как бы одалживаете эту валюту компании, которая включает свой робот, торговый робот, который торгует эту валюту. И проценты вы видели, я только что вам показал, ежедневно начисляются проценты. Еще один плюс, который отличает эту программу от других, это то, что проценты начисляются 7 дней в неделю. Соответственно, нет выходных, эти биржи не закрываются, все это торгуется постоянно, регулярно, и каждый день вы получаете свою прибыль. Вот так это все работает. Вот наши стаканчики. Здесь все это шевелится, ну и самое главное, что эта валюта уже, повторяю, достаточно хорошо торгуется, хорошая капитализация у нее. Вот она. Она обычно где-то от 15 до 22 места двигается. Казалось бы, и Zcash намного более известная валюта, да, и тем не менее, насколько пользуется спросом BitConnect сейчас, что все прекрасно развивается. Okay? Немножко детальнее вы сможете почитать на моем сайте, вот на ProfitMoney.ru информацию. То есть здесь я описал, по каким причинам, собственно, я выбрал именно эту программу. Я описываю, почему эта программа, на мой взгляд, не является хайпом. Ну, во-первых, программа работает с 2016 года, уже практически там 1.5-2 года, да, все проверено. Вот, вот их представительство. Опять же, своя криптовалюта, причем не где-то в хвосте криптовалют, а в первой двадцатке самых востребованных криптовалют мира. У них свой майнинг, повторяю. Здесь я также показываю, какие шаги нужно сделать, как зарегистрироваться, как оплатить, внести первый взнос. Ну, в общем, здесь все принципиально очень просто. Также я хочу упомянуть о том, какие варианты, собственно, есть лендинга, да? Значит, здесь вы как бы, когда предоставляете вот в лендинг, то есть фиксация этой суммы на определенный период времени. То есть, например, если я захочу сделать очередной лендинг, мне тут не хватит, потому что здесь минимальная цифра для лендинга, это она там, по-моему, от 100 долларов, если я не ошибаюсь. Ну, если бы они у меня здесь уже были, я мог бы это сделать. Вот показана раскладка, да? Показана стоимость одного битконнекта на данный момент. И вот минимальная инвестиция от 100 до 1000 долларов. Вот это Volatility Software Interest, это то, что мы с вами видели. Это тот процент, который зарабатывает машина в день. То есть в среднем получается где-то до 1% в день. Достаточно стабильный результат у них за последних 6 месяцев. Да? И вот показано, что если вы вносите больше 1000, то идет Volatility Software Interest плюс еще 0.1 Daily. Они стимулируют вас. Минимальная инвестиция 200, для маленьких сумм 299 дней, потом 239 дней, 179 дней. И даже можно внести от 10 тысяч долларов всего лишь на 120 дней и получить такие хорошие проценты. Здесь просто соглашаетесь, вносите сумму, которую хотите инвестировать, и понеслась. Вот так это все работает. Значит, пожалуйста, регистрируйтесь по моей ссылке. Ссылочку на эту программу я дам вам
в описании к этому видео. После того, как вы зарегистрируетесь по моей ссылке, вы можете задавать мне любые вопросы, выходите на связь со мной по скайпу. Я расскажу о том, как здесь зарабатывать. Я расскажу также о том, как получать дополнительный процент от реферальной программы. Кстати, на данный момент реферальная программа дала мне больше, чем я заработал. Хотя я практически первое видео делаю на эту тему, но просто по друзьям здесь так немножко своим ребятам рассказывал. Смотрите, вот реферальная программа, например. По-моему, 10 уровней реферальной программы. Это хорошо и приятно. Соответственно, вот так это выглядит. Вот мой спонсор там, ну и так далее. Вот моя ссылка реферальная у вас будет такая же. То есть вы сможете, рассказывая о этой программе, причем это полезно будет вашим друзьям, знакомым там и так далее, потому что она реально работает. Вот моя команда, тут немножко людей, всего два, видите, пока что. И я хочу просто вам показать, как это все подается, как вы можете посмотреть, сколько в среднем вы заработали. Смотрите, вот моя общая инвестиция на данный момент составляет $570, то есть было 100, потом плюс 400, потом 60 я заработал, соответственно, 560, и 10 уже с тех, которые машина заработала, тоже 570, вот активная инвестиция та же. Ну вот интересно здесь, total earn, да, то есть всего заработано. То есть landing profit у меня $34 за этот период времени, это буквально за там неделю или две, достаточно приличный. Но аффилиатный бонус пока выше, потому что в самом лендинге не так долго деньги находятся, а пару человек уже зарегистрировал, соответственно, вот я заработал на данный момент $76 при инвестициях 500. Это за две недели, грубо говоря, да, неплохо. Очень рекомендую, если есть вопросы, еще раз говорю, ссылка на регистрацию будет внизу, регистрируйтесь, пишите мне на скайп, и будем ковать железо, пока оно горячо.